Итак, вторая часть нашего концерта посвящена современным композиторам. Вначале пойдет Бетти Ро, английская певица, педагог, композитор и даже дирижер. И она стала известна именно благодаря своей вокальной музыке. Если вы зайдете на сайт, наберете Бетти Ро, вы увидите женщину с сигаретами а-ля Полина Раневская. Вот такой образ примерно. И в принципе это отражается в ее творчестве, вы это сейчас услышите. Вот цикл песен, которые мы сейчас будем, обратите внимание, всего два инструмента, голос и виолончель. Кстати, очень удобно, когда нет рояля. Мы иногда пользуемся этим приемом, мы говорим, мы все равно можем, даже вдвоем. Вот. И вот этот цикл называется «Мадам и три посетителя». Написан он на стихи поэта Лэнгстона Хьюза, который воспевал возрождение Гарлема и движение афроамериканской культуры 20-х годов прошлого века. Это великолепные музыкальные шаржи с тонким политическим намеком. Итак, три пьесы. Я сейчас вкратце, буквально, очень коротко. Так вот, первая песня называется «Мадам и переписчик». Переписчик имеется в виду тот, кто ведет перепись населения. Смысл такой, что он приходит к достаточно уже возрастной гражданке из Гарлема и спрашивает, как ее зовут. Она говорит, что она Джонсон Альберта Кей. Вот не хочет он, а Кей отдельно пишется, не хочет он, ну вот никак не хочет он поставить Кей, говорит, слишком у вас длинное имя, не хочу и все. Короче говоря, и вот ее называют миссис. И она говорит, что, во-первых, Кей обязательно ставьте, и не забудьте, что для вас я уже мадам. Вот это вот первая вещь. Вторая вещь. Мадам и неверный посетитель, неверный визитер. Имеется в виду, что мадам заснула, и у нее была температура, и ей приснилось, что пришла смерть в каком-то таком очень оригинальном обличии. Вы услышите очень красивая музыка, а-ля вальс такой. Ну, в принципе, говорит, что вот я пришла за тобой, хватит тут прохлаждаться. И в этот момент она просыпается. Ну, так как от лица вот этой вот Альберты Кей идет речь. Она говорит, тут я проснулась, передо мной стоит доктор и говорит, что ваша температура, мадам, спала, и поэтому вы можете съесть кусочек курицы. На что она отвечает, лучше две, раз уж я задержалась на этом свете, дайте мне два кусочка. И третье, мадам и священник. Опять-таки приходит к ней священник, теперь, ну вы услышите вот эти джазовые вот моменты, почему у нас классика, кабарет, джаз, вот чисто по ритмам. Знаете, очень интересный такой разговор. Священник спрашивает, сестра, ты вообще готова свою душу, так скажем, облегчиться? Она говорит, что нет, говорит, абсолютно, мне не в чем каяться. И товарищ, вам дверь вот прямо находится. Потом она говорит, я подумала, конечно, зря я с ним так поговорила, просто у меня было плохое настроение. Начинаем. Исполняется без перерыва. Be the shore and take me, makes you late.
Thank you.